Привет любителям программы Болит Movie Creator. Сегодня я хочу рассказать вам о некоторых фишечках, которые сделают вашу работу с программой гораздо удобнее. Вот начнем с точного позиционирования в ролике. Ведь часто бывает такая задача, когда нужно обрезать ролик в точно определенный момент, вот прямо с точностью до кадра. В программе нашей такая возможность есть. Покадровое позиционирование производится нажатием клавиш на клавиатуре влево и вправо стрелки. Вот таким образом меняем, находим нужный кадр, в нужном месте мы можем потом ролик разделить. Вот. Кроме того, почему-то мало кто пользуется этой возможностью, может она не настолько заметна, но вот линию времени проекта можно масштабировать. То есть можно гораздо вот так вот увеличить масштаб, потянув вот за три голубых вертикальных полоски на слайдере. Вот так тянем мышкой и увеличивается масштаб. Становится видно гораздо больше превьюшек на видеоблоках. И это позволяет позиционироваться и находить нужное место в видео, ну, гораздо проще, когда отображается больше превьюшек. Да и не только в видео, в аудио, вот по уровням звука тоже можно что-то полезное для себя понять. Вот. А можно также очень быстро вернуться к обзорному виду, то есть когда видно весь проект целиком на линии времени, вот специальная кнопка есть, кликаем сюда, снова видно весь проект. Для любителей вот еще покрутить мышкой, масштабировать можно также, удерживая клавишу Shift, нажатой на клавиатуре, и колесиком. Туда-сюда, туда-сюда. Вот, кому-то, может быть, так будет удобнее. А теперь я расскажу немного подробнее о работе удобной с блоками. Блоки – это вот эти части, из которых состоит у вас проект. Могут быть видеоблоки, аудиоблоки, текстовый блок, картинки – все это блоки. И что про них нужно знать? Очень полезно знать, что можно выделять несколько блоков одновременно. Для этого надо удерживать нажатой клавишу Ctrl и кликаем по блокам. Вот я выделил сейчас три блока. Их теперь можно одновременно перетаскивать. Можно одновременно всех скопировать, все удалить. Ну или вырезать в буфер обмена. Вот. Еще когда может быть это полезно? Когда нужно в одном месте проекта разрезать прям вот все дорожки одновременно. Делается это так. Выделяем все блоки, которые вместе у курсора находятся. Вот, и разрезаем. Вот, видите, выделяются сразу, разделяются все выделенные дорожки. Вот, после чего, если вдруг вам надо в этом месте проект раздвинуть, чтобы что-то в него вставить, начиная с версии 3.3, мы сделали такую штучку. Если вот за этот ползуночек потянуть не левой кнопкой мыши, как обычно, а правой, то программа будет раздвигать проект, будет сдвигать все блоки, которые находятся справа от курсора. То есть, смотрите, я сейчас потяну правой кнопкой мыши, раздвигается проект. Вот. Вот так. Про пустоты стоит сказать. Иногда мы замечаем, что пользователи, когда у них появляется пустое место, начинают вручную передвигать все блоки, вот так сдвигать. Непонятно, зачем это делать, когда в программе можно просто выделить все эти пустые блоки, вот, и удалить их. Программа сама все придвинет вплотную, ничего не надо там стараться для этого как-то отдельно мышкой там мучиться. Вот такой момент. Еще что рассказать. Вот часто возникает задача там повторить какой-то фрагмент несколько раз в видео. Часто со звуком такое бывает. Вот. Не надо для этого каждый раз перетаскивать там и обрезать из локальной библиотеки. Можно просто вот ваш кусочек выделить, нажать кнопку «Скопировать»
И потом в нужное место его вставить, там, сколько вам нужно раз. Вот специальной кнопкой вставить, вставить, вставить. Да, программа по умолчанию будет вставлять новую дорожку, но вы же человек, вы же можете вот как хотите, куда хотите его перетащить. Не обязательно кучу дорожек на это переводить, можно собрать все в одной. Вот так вот. Еще, видите, вот появляется красная линия. Эта программа приклеивает к друг другу блоки, когда вы их подносите близко на какое-то расстояние. Если вам это не нравится, там, или бесит, или вот нужно очень близко между собой блоки поставить, но программа не дает этого сделать из-за приклеивания. Есть вариант. Вы просто удерживаете нажатой клавишу Shift на клавиатуре, и склеивание не будет происходить. Видите? При нажатой клавише Shift ничего не приклеивается. Можно на близкое расстояние придвинуть, и все будет работать. Вот. Если у вас вдруг что-то не так пошло, что-то случилось прям неожиданно и вам не понравилось, вы ожидали от программы другого, не надо все обратно вручную разбирать. Есть специальная кнопка, вот, отмена. Она отменяет последнее сделанное действие. Вот. Таким образом я сейчас могу отменить все эти наши копирования и вставления новых этих блоков. Вот. Все вернуть как было. Поэтому не бойтесь экспериментировать. Вот это ваша спасительная кнопка. Всегда спасет. Вот. И осталось мне вам рассказать про дорожки. Дорожек в программе может быть большое количество. Мы их количество никак не ограничиваем, используйте сколько хотите. Важно про них понимать то, что визуально это как бы слои, и они склеиваются снизу вверх. То есть, если вам нужно на видео, на ваше, допустим, наложить поверх еще одно видео, то вам нужно это видео перетащить в дорожку над, выше, которая будет располагаться основного видео. Вот. То есть, видите, это видео получается над основным видео. Либо иногда такая задача возникает, когда нужно добавить какой-то фон, картинку, либо тоже видео. Вот. А снизу нет дорожки. Мы сделали специальную кнопку, вот, добавить дорожку внизу. Теперь в эту нижнюю дорожку мы можем вставить фон какой-нибудь там. Вот. Теперь, видите, получается, что наше видео располагается над этим фоновым видео. Так, что про дорожки еще вам нужно знать? Это когда у вас их становится очень много, и они вот не помещаются в область проекта, их можно сворачивать. Для этого есть специальная кнопка, вот, изменить высоту трека. Раз, можно сделать его меньше. Тогда они будут занимать меньше места. Можно сделать еще меньше. Вот. Ну, это уже на любителя. Можно развернуть только нужную вам дорожку. Вот. Также тут можно удалить дорожку целиком. То есть, если вам не нужна, вот есть специальная кнопка, которая удаляет всю дорожку. Вот. Да, в комментариях к этому видео вы можете задавать вопросы, мы постараемся отвечать. На самые часто встречающиеся вопросы снимем отдельные ролики. Ну а тот, кто рекомендует нашу программу в своих роликах на YouTube и вообще просто друзьям про нее рассказывает, тот большой молодец. Да, спасибо вам.